амурский тигр в роли пилота, а дальневосточный леопард – это бортпроводница. Герои детского бортового журнала «Аэрофлот». Вот они, мы вам их представляем. Авиакомпания предлагает теперь выбирать имена этим персонажам. Сделать это легко. Нужно зайти на сайт «Аэрофлот Kids» и проголосовать. Для каждого животного 4 варианта имени. Амурский тигр и дальневосточный леопард. На них не случайно пал выбор «Аэрофлота». Это редчайшие представители дальневосточной фауны. Они находятся сейчас на грани вымирания и занесены в Красную книгу этих животных. И вот «Аэрофлот» таким образом решил лишний раз привлечь внимание к этой проблеме. Детский журнал «Юный путешественник» с леопардом и тигром в главных ролях совсем скоро появится в самолетах компании.